Израиль начал наземную операцию на юге сектора Газа. И все это в самый разгар переговоров о долгожданном перемирии, а также на фоне международного давления на Иерусалим. Россия готовится к массовым ударам по электростанциям и хранилищам газа, считают в военной разведке Украины. Местных жителей призывают не игнорировать воздушную тревогу ночью. Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России, но впервые на фоне непрекращающихся боевых действий в Украине и эскалации отношений с Западом. За инаугурацией из Большого Кремлевского дворца для Большого Нестока следил Юрий Кукин. Премьер Армении Никол Пашинян пригрозил отключить российские телеканалы на территории страны, если Москва проигнорирует требования Еревана. Чего пытается добиться армянский лидер, узнаем в эфире «Большого Нестока». В Индии многонедельное голосование. Как Нарендра Моди пытается завоевать Южные Штаты, где симпатии на стороне оппозиции. В Нью-Йорке развернулся сад времени. Сотни мировых звезд посетили ежегодный благотворительный бал Мэтт Гала. Я приветствую зрителей RTVI. Вы смотрите «Большой Нюсток». Здесь мы рассказываем о главных событиях этого дня. В ближайший час с вами проведу я, Дмитрий Лобанов. Израиль приступил к наземной части операции в Рафахе, анонсированной еще несколько месяцев назад. Бронетехника «Цахал» заняла восточную часть города ранним утром. Накануне военные нанесли серию авиаударов по территории анклава, а еще раньше призвали мирных жителей срочно эвакуироваться из будущей зоны боевых действий. О развитии событий и международной реакции расскажет Тагир Валиде. Под шум автоматных очередей израильский танк в прямом смысле въезжает в сектор Газа. Контртеррористическая операция в этом районе прошла успешно. Опорный пункт противника уничтожен, и здесь сразу же поднимают государственный флаг Израиля. Израильская 401-я бригада взяла под оперативный контроль критически важный переход через границу сектора Газа. Это основной путь доставки помощи в осажденный анклав. В то же время и выезда для тех, кто может бежать в Египет. Наземной операции «Цахал» предшествовала серия авиаударов. Израильские ВВС наносили удары не только по Рафаху, но и по южной части Ливана, откуда беспилотники «Хезболлы» прилетали в район Голанских высот. Это ответ на многочисленные обстрелы Израиля со стороны палестинцев, которые начались 5 мая с кибуца Керем-Шалом. Тогда погибло 4 военнослужащих «Цахал». Мы очень серьезно рассматриваем каждый ответ группировки и просчитываем все возможности, касающиеся скорейшего возвращения заложников в их дома. Для нас это главная задача. В то же время мы продолжим наши операции в секторе Газа, так как делали это и ранее. Цахал ввел войска на территорию Рафаха, несмотря на согласие Хамас на перемирие. Хотя условия этого перемирия предложили международные посредники. И, по некоторым данным, они в корне не удовлетворяют требования Израиля. Сама новость о согласии Хамас на долгожданное перемирие вызвала ликование среди жителей сектора Газа. Честно говоря, мы не поверили этой новости. Это радость невероятная. Я не знаю, как описать свои ощущения. Это необыкновенная радость. Даст Аллах, все пройдет хорошо. Согласие Хамас на мир позитивно восприняло и международное сообщество. Мы довольны заявлением Хамаса о том, что он принял решение согласиться на перемирие по нашей рекомендации. Тот же шаг теперь должен сделать и Израиль. Я призываю всех западных игроков оказать давление на Израиль. Генсек ООН на встрече с президентом Италии подчеркнул, что сторонам конфликта нужно сделать все, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в регионе. Сегодня я обратился с очень решительным призывом к правительству Израиля и руководству Хамас сделать все возможное, чтобы материализовать соглашение, которое сейчас жизненно важно. Это возможность, которую нельзя упустить. Ближневосточное урегулирование стало одной из центральных политических тем на встрече президента Франции и председателя КНР в Париже. Международное сообщество должно что-то сделать. Мы призываем к немедленному и полному прекращению огня в секторе Газа. В то же время поддержите Палестину, чтобы она стала полноправным членом Организации Объединенных Наций.
тем драматичнее стало известие о наступлении Цахал. По сообщениям представителей армии обороны Израиля, с начала операции было уничтожено 20 террористов. Безопасности нет. Безопасности нет вообще. Мы живем по милости Божьей. Положение тяжелое, денег нет. Людям негде работать. Они должны остановить войну. Заберите нас отсюда. Заберите в другую страну. Здесь нет жизни. Мы больше не можем это терпеть. А по информации телеканала «Аль-Арабия», несколько авиаударов пришлись на жилые районы города. Не менее 8 палестинцев погибли в результате бомбардировки израильскими ВВС жилого квартала в Рафахе, сообщает Sky News. Сначала они сбросили листовки, а потом ракеты. Мы ушли и сбежали с нашими детьми. Нам некуда идти. Куда бы мы ни пошли, нет безопасности. Люди больше боятся не за себя, а за своих детей. По сообщениям местных больниц, жертвами атаки стали более 2 десятков мирных жителей. Среди них 6 женщин и 5 малолетних детей. Известие о начале сухопутной операции неоднозначно восприняли и в самом Израиле. Родственники похищенных Хамас провели акцию протеста в Тель-Авиве. Мы пришли сюда, чтобы сказать нашему правительству, что мы не остановимся, пока они не вернут всех домой. Сейчас. Нам необходимо вернуть их домой, заключив сделку, и положить конец всем этим страданиям и агонии, от которых страдают заложники в секторе Газа. Сейчас, пока не поздно. Еще до начала операции премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Израильские СМИ называют согласие на перемирие ловушкой Хамас. Сейчас мы находимся на критическом этапе, и сейчас мы получили ответ от Хамас. Директор ЦРУ Бёрнс вместе с израильтянами работает над ним, чтобы в полной мере его оценить. Начало острой фазы конфликта уже вызвало реакцию в мире. США не могут поддержать операцию Израиля в том виде, в котором ее сейчас проводит Цахал, сообщили в Госдепартаменте. Такую же позицию заняла и Австралия. Нас очень волнуют последствия, к которым приведет эта операция. Погибнут ни в чем не повинные люди. Мы четко обозначили свою позицию, точно так же, как и Соединенные Штаты и все наши партнеры. Мы хотим, чтобы стороны достигли соглашения о прекращении огня и чтобы незамедлительно были освобождены все заложники, а будущее сектора Газа больше не было связано с Хамас. Мы также поддерживаем решение о создании палестинского государства. Операцию в Рафахе уже осудили и в Европе. Так, МИД Франции выразил несогласие с действиями израильтян, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал немедленно остановить кровопролитие. Вчера вечером началось нападение, и я боюсь, что это приведет к новым жертвам среди гражданского населения. В Газе 600 тысяч детей. Нам говорят, что их перевезут в так называемые безопасные и свободные зоны. Но в Газе нет безопасных и свободных зон. На то, что происходит в секторе Газа, рано или поздно Международному уголовному суду придется что-то сказать. Еще до вторжения Израиль рассчитывал, что из горячей точки переедут около 100 тысяч человек. Однако, по оценке ЦРУ, в регионе проживает около 2 миллионов палестинцев. Боевые действия в таком густонаселенном регионе могут привести к тяжелой гуманитарной катастрофе. Тагир Валиди, Никита Токарев, RTVI. Но мы продолжим тему. Военно-политический кабинет Израиля сегодня единогласно подтвердил готовность продолжать военную операцию на юге сектора Газа. По мнению израильского руководства, именно так можно оказывать самое эффективное давление на боевиков, которые до сих пор удерживают заложников и не готовы сложить оружие. Подробности узнаем у нашего израильского корреспондента Бориса Штерна. Борис, привет. Как в Израиле реагируют на международную критику? Есть ли четкое понимание целей входа в Рафах на фоне вчерашнего ответа Хамас по поводу прекращения огня? Дима, привет. В Израиле довольно молчаливо оценивают вот все заявления и генсекретаря ООН, и верховного комиссара Евросоюза Барреля по поводу того, что будет катастрофа, о том, что уже катастрофа. Катастрофа в регионе продолжается уже довольно много. При молчаливом согласии ООН, по мнению Иерусалима и Евросоюза, и Барреля, например, лично Рафих превратился в плацдарм Хамаса, как и весь сектор Газа. А то, что
что называется, гуманитарной катастрофой. В Израиле она ничуть не меньше, на самом деле, чем в секторе Газа. Достаточно упомянуть десятки тысяч перемещенных израильтян с юга и с севера, где жить из-за обстрелов Хизбаллы и Хамаса невозможно в принципе. Поэтому вся критика, которая поступает из Евросоюза и других стран, ну, скажем так, молчаливо и с пониманием к ней пытаются относиться, но она ни на что не влияет. Более того, сегодня представитель правительства Израиля очень четко обрисовал цели военной операции в Рафихе, которая идет уже почти сутки и приносит очень серьезные результаты. Речь идет о контрольно-пропускном пункте, который соединяет анклав с Египтом и под которым находится подземная инфраструктура Хамаса. Вот как это выглядит в правительственных формулировках. Давайте послушаем. Наша разведка ясно показала, что переход Рафах, КПП на границе с Египтом на востоке Рафаха использовался в террористических целях. Наши войска установили оперативный контроль над сектором Газа. Под обширной пограничной инфраструктурой находятся подземные туннели для контрабанды, которые поддерживают и обеспечивают выживание Хамас. С этими туннелями необходимо разобраться. Ну и самое главное, что произошло за сутки. Поменялся статус. Если вчера в 19.40, в 19.50 и примерно до 8.30, пока не началась наземная фаза операции в Рафихе, Хамас выглядел победителем, а жители сектора Газа праздновали победу, то после того, как началась вот эта наземная операция, статус победителя у Хамаса был отобран. Переговоры, да, продолжаются, но при этом Хамас теперь предстоит перед выбором. Именно ему, похоже, предстоит решать, что же делать дальше, как будет выглядеть будущее региона. Дима? Борис, учитывая все это, кто сейчас должен принимать решение о прекращении огня и обмене? Какую формулу вообще обсуждают сегодня в Египте? Формула обсуждения в Египте на самом деле непонятна даже здесь, в Израиле. По крайней мере, Хамас-то согласился на некие египетские предложения, которые еще неделю назад Израиль по факту отверг. Все, что публикуют по этому поводу в прессе, не имеет официальных подтверждений, но вряд ли те условия, на которые готов пойти Хамас, они приемлемы для Израиля. 6 недель перемирия, возвращение заложников, и то далеко не всех, никто не знает, какое количество заложников живы. Никто не понимает вообще, что сегодня обсуждается в Египте. Тем не менее, туда отправились делегации. И с израильской все-таки точки зрения мяч опять находится на стороне Хамаса, потому что сегодня Хамасу придется решать, каким образом дальше будет развиваться ситуация. И или Хамас придет к какому-то компромиссу, либо военные действия будут продолжаться. Причем в израильском военно-политическом кабинете постоянно говорят одну очень важную вещь. Операция в Рафихе – это операция частичная, небольшая. Это очень локальная операция, которая проходит по конкретно заданным целям. Ну и самое главное, что сегодня прозвучало от израильских политиков, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция в Рафихе будет продолжаться. При этом израильский военно-политический кабинет, понимая важность возвращения заложников, готов к компромиссам. Каким, пока, к сожалению, не ясно. Дмитрий. Борис, спасибо. Ближневосточный корреспондент RTVI был на связи со студией RTVI. Борис Штерн. На фоне конфликта в секторе Газа по всему миру продолжаются пропалестинские демонстрации. Так, в Куала-Лумпуре активисты потребовали от правительства выдворить из страны поставщиков оружия в Израиль. Дело в том, что сейчас в столице Малайзии проходит оборонная выставка, где представлены больше 1300 компаний из 60 стран. Тем временем в Нидерландах полиция разрушила баррикады и разогнала палаточный лагерь в университете Амстердама. Силовики арестовали около 125 человек. Свои действия полицейские обосновали необходимостью восстановить порядок. Аналогичные акции протестов проходят также и в других университетских кампусах Европы и США.
В Украине на ближайшие недели объявлена повышенная угроза ударов беспилотников и ракет. Военная разведка считает, что российские войска готовят массированный удар по объектам критической инфраструктуры. Местных жителей призывают обращать особое внимание на воздушные тревоги ночью. Днем две авиаракеты атаковали пригороды Одессы. Власти заявляют, что их сбили на подлете. Серия взрывов прозвучала в Сумской области на северо-востоке. Там частичный блэкаут из-за попадания по электростанции. Другие новости этого дня в материале RTVI из Киева. А тем временем Служба безопасности Украины показала кадры задержания высокопоставленных военных из управления госохраны. СБУ утверждает, что офицеров схватили накануне покушения на президента, главу военной разведки и спецслужбы. Для этого они подготовили FPV-дроны и гранатометы. Полковники УГО операцию готовили, а трое их подчиненных должны были совершить нападение. Служба безопасности заявляет, что вознаграждение за убийство Владимира Зеленского 9-е управление ФСБ России установило в $50 000. Начаться операция должна была в минувшую пятницу. Как заявляется, это уже 7-е покушение на Зеленского, которое предотвращает СБУ за последние 2 года. Он поставил мне задачу прозондировать настроение сотрудников, которые находились на охране офиса президента. Задача была найти людей, которые смогут во время какого-либо перехода, либо выхода на вечернее обращение в кабинет, либо на площадь перед офисом президента заблокировать. В то же время жители Украины продолжают страдать от ракетных ударов. 500 000 домохозяйств остались без света в Сумской области. Накануне по электростанции в районе был нанесен удар неустановленной ракетой. Отключилась воздушная линия и 6 подстанций. Сегодня утром было еще несколько прилетов, горела и нефтебаза. Продолжаются обстрелы востока и севера Харьковской области. Военная администрация с 22 марта практически ежедневно сообщает о прилетах. Начиная с выходных, здесь вспыхнули 40 пожаров вследствие обстрелов. На пожежах загинуло 3. Погибли 3 человека, травмированы 2. Из-под завала спасатели извлекли тела 2 погибших. Саперы выезжали 213 раз, обезвредили 528 единиц взрывоопасных предметов. Военная разведка Украины сообщила об увеличении группировки российских войск у границ Харьковской и Сумской областей. Неделю назад ГУР считала, что там 30 тысяч, сейчас речь о 50 тысячах. Для начала наступления на эти регионы необходимо от 100 до 150 тысяч, считают военные. Богато чего? Многое делают для того, чтобы собирать ресурс для формирования войск к наступлению на Харьковскую и Сумскую области. Для этого нужно вооружение, техника и люди. Люди у них есть. Они на срочную службу призывают 150 тысяч, в то время, когда мы увольняем. В резерве они собирают от 80 или 120 тысяч в Сибири. Где раненые? В Константиновке, тыловом городе Донецкой области, сброс авиабомбы в центре. Накануне вечером военная администрация также сообщила об ударе дальнобойной артиллерией по восточной окраине населенного пункта. 4 человека ранены, повреждены 8 зданий. В Часовом Яре прекратилась обязательная эвакуация жителей. В городе в центре Донецкой области, на который с 3 сторон наступают российские войска, остаются 680 человек из 13 тысяч, которые проживали там до начала полномасштабных боевых действий. Они подписали письменный отказ, ютятся в подвалах и убежищах в промзоне. Роблено на цьому акцент, их більшість. Акцентирую. Большинство людей говорят, что здесь выросли, что здесь лежат их родители. И здесь будут оставаться они сами. Об этом трудно говорить, но это то, что мы слышим от людей фактически каждый день. Нидерланды и Дания планируют начать отправку истребителей F-16 Украине осенью. Об этом со ссылкой на план поставок пишет латвийский портал Delphi. Все еще продолжается основной этап обучения пилотов, сообщила в Вильнюсе министр обороны Нидерландов Карин Оллангрен. Напомню, Амстердам и Копенгаген – основные поставщики самолетов Киеву. Неделю назад воздушные силы Украины утверждали, что первые F-16 появятся на аэродромах после Пасхи. Накануне российский МИД заявил, что Москва будет воспринимать F-16 в Украине как носители ядерного оружия. Максим Плоткин, RTVI, Киев.
Суд в Великом Новгороде приговорил бывшую супругу главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова Антонину к 9 годам колонии общего режима. Женщину признали виновной в покушении на убийство. По версии следствия, в феврале 2007-го она сбросила своего 2-летнего ребенка с лестничной клетки, чтобы инсценировать несчастный случай. Девочка получила травмы средней тяжести. Весной 2008-го коллегия присяжных признала вину Мартыновой, однако женщина скрылась вместе с дочерью. Ее задержали спустя 16 лет, 11 апреля нынешнего года. На последнем слове в суде Мартынова заявила о своей невиновности и попросила не разлучать ее с ребенком. Дочь подсудимой, в свою очередь, произошедшее в 2007-м, назвала несчастным случаем, добавив, что не считает себя жертвой преступления. Еще один процесс только набирает обороты. Московский суд отправил в СИЗО до 6 июля российскую журналистку Надежду Киворкову. Следствие предъявило ей обвинение в оправдании терроризма. Защита настаивала на домашнем аресте или личном поручительстве. Поводом для преследования послужили две публикации в телеграм-канале 65-летней журналистки. Одна из них связана якобы с оправданием деятельности экстремистского движения «Талибан», запрещенного в России. И это при том, чтобы боевики не раз приезжали в Москву как официальные представители Афганистана. Другой пост Киворкова разместила 6 лет назад. Она поделилась текстом журналиста Архана Джималя, в котором говорилось о нападении боевика Шамиля Басаева на Нальчик в 2005-м. Киворкова все обвинения в свой адрес отрицает. Поручительство за нее подписали бывший муж Максим Шевченко, писатель Александр Проханов, журналист Ева Меркачева, а также президент Ассамблеи исламского бизнеса Марат Кабаев, отец гимнастки Алины Кабаевой. Владимир Путин официально вступил в должность президента России. На 5-й срок он заступает на фоне продолжительного конфликта в Украине, санкций и напряженных отношений Москвы с Западом. Повлияло ли это на торжественную церемонию и чем еще запомнилась очередная инаугурация президента, расскажет Юрий Кукин. Владимир Путин в 5-й раз принимает участие в торжественной инаугурации. С 2000 года, когда он впервые вступил в должность президента, церемония, по сути, не менялась. Вот и в этот раз, как обещал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, она будет стандартной, за исключением разве что каких-то нюансов. Первым из них, правда, вряд ли запланированным, стала погода. Несмотря на начало мая, в Москве все утро шел снег с дождем. Однако, в отличие от 2012 года, когда на тот момент еще премьер-министру Владимиру Путину в первый и последний раз пришлось ехать из Белого дома в Кремль, пусть и по абсолютно пустому центру Москвы, сегодня дорога от кандидата до президента не заняла и больше 5 минут. К тому же из собственного кабинета в Кремле до Большого Кремлевского дворца Владимир Путин вновь добирался на машине, но не на немецком «Мерседесе», как 12 лет назад, а на российском лимузине. Рестайлинговая модель автомобиля «Аурус». Вот он, красавец, на ваших экранах. Первая презентация этого автомобиля, к слову, прошла на прошлой инаугурации Владимира Путина в 2018 году. Правда, теперь кортеж сопровождали еще и электромотоциклы той же марки. Но больше автоновинок журналисты ждали появления на инаугурации Рамзана Кадырова. В феврале он пропустил послание Владимира Путина Федеральному собранию, после чего в СМИ заговорили о серьезных проблемах главы Чечни со здоровьем. В этот раз Кадыров на церемонии появился, но в пабликах тут же разошлись вот эти кадры, на которых главе региона помогают снять верхнюю одежду при входе в Кремлевский дворец. Слухи о болезни поспешил опровергнуть и главный редактор «Государственной России сегодня» Маргарита Симонян, по словам которой каменный бицепс и румянец на лице говорят о недюжинном здоровье чеченского лидера. Главным же отличием от остальных инаугураций стал новый вариант Конституции. На экземпляре с поправками 2020 года, которые и позволили президенту Владимиру Путину избраться как минимум до года 2030, он принес присягу впервые. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Исторический торжественный момент.
Ну, он пятый раз уже проходит. Да. Что в этом случае торжественного, исторического? Каждый раз, как первый раз. Вскоре после этих слов вице-премьера Дмитрия Чернышенко Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства. Новый кабинет министров, по словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, могут утвердить уже на следующей неделе. И в него, судя по всему, войдут не все действующие министры. Так, РБК со ссылкой на источник утверждает, что изменения ждут Минспорт. Но насколько кардинальными будут перестановки, депутаты и чиновники говорить не спешат. Вне зависимости от того, кто займет конкретные должности в правительстве, в данном случае сегодняшнее событие – это прежде всего про сохранение курса на созидание, на развитие страны. И это важно для граждан страны, а персонали, мне кажется, не так важно. Помимо созидания, сам Путин в традиционном обращении, уже в новом статусе, в своей работе приоритетом назвал сохранение суверенитета государства, но также дал понять, что Россия не против договариваться с Западом, если разговор будет идти на равных. Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру. Эти слова президент произносит на следующий день после поручения провести отработку применения тактического ядерного оружия, которое, впрочем, как уверяют депутаты, никто применять не собирается. Мы всегда отвечаем на угрозы, которые идут в наш адрес. Поэтому в этом смысле мы же не угрожаем странам, которые дружат с нами, и вообще не угрожаем никому. Просто говорим, что имейте в виду, мы ядерная держава, в общем-то. Но применять не будем. Нет, конечно. Но надо понимать, что оно у нас есть. Есть готовые шакалы, которые не оставляют нас нормально жить. Но надо поэтому, да, он внешне, да, он выйти, и надо приучить этих шакалов нормальной жизни. Поэтому тогда только они оставят нас нормально жить. Пока что большинство тех самых стран Запада, о которых, судя по всему, и говорил глава Чечни, оставили без внимания лишь приглашение на инаугурацию. Впрочем, церемонию, как писали СМИ, посетили представители Франции, Венгрии и Словакии, а также ряда африканских, латиноамериканских и азиатских стран. Впереди нас ждут следующие 6 лет с российским правительством и президентом Путиным. И я думаю, мы должны принять тот факт, что президент Путин возглавляет российскую власть. В данном случае я говорю о странах, которые борются с тем, признавать его власть или нет. Но мы в Мексике не видим такой проблемы, признавать или нет президента Путина. Я думаю, что сейчас хорошее время, чтобы налаживать отношения с Россией. И пока российская оппозиция такой оптимизм не разделяет и призывает западных лидеров не верить обещаниям нового президента России, глава РПЦ патриарх Кирилл уже поспешил благословить Владимира Путина на вечное правление. Юрий Кукин, Николай Пушкарев и Антон Сухоруков, RTVI. Си Цзиньпина возмутила критика со стороны Запада за его связи с Кремлем на фоне военных действий в Украине. По сведениям «Нью-Йорк Таймс», председатель КНР адресовал претензии США. Вашингтон ранее неоднократно обвинял Пекин в оказании военной помощи Москве. Происходящее в Украине и способность китайского лидера повлиять на Владимира Путина стали одной из главных тем переговоров Си с лидерами Франции и ЕС. Об итогах первых дней столь редкой зарубежной поездки главы КНР наш коллега Андрей Ежов. О масштабе европейского турне Си и его визите во Францию ярче всего говорят церемониальные детали. Председатель КНР в Елисейском дворце преподносит Эммануэлю Макрону переводы классических французских романов. «Мадам Бовари», «Три мушкетера», «Красное и черное» – все на китайском. Приезд Си в Париж приурочен к 60-летию установления дипотношений между Пекином и Пятой Республикой. В современном мире, который переживает глобальные изменения и потрясения, невиданные за столетия, обе стороны должны поддерживать независимость и совместно противостоять новой холодной войне или блоковой конфронтации, придерживаться взаимопонимания и совместно продвигать гармоничный и красочный мир.
За витиеватым слогом председателя Си скрываются весьма непростые отношения между Пекином и Единой Европой. Дело не только в авторитарной природе режима Си. На переговорах в Париже, кроме президента Макрона, глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен дает понять, Брюссель рассчитывает, что Китай повлияет на Россию, чтобы положить конец полномасштабным военным действиям в Украине. Председатель Си сыграл важную роль в деэскалации безответственных ядерных угроз России. Я уверена, что председатель Си будет продолжать делать это на фоне ядерных угроз со стороны России. Мы также обсудили обязательство Китая не поставлять России летальное оборудование. Необходимо приложить больше усилий, чтобы ограничить поставки в Россию товаров двойного назначения, которые попадают на поле боя. Сам Си Цзиньпин поддержал идею Макрона об олимпийском перемирии, причем не только в Украине, но и во всех мировых конфликтах. Китай также выступает за создание единого палестинского государства. Впрочем, все это пока лишь декларации. На первом плане для Европы шпионские скандалы с задержанием предполагаемых агентов Пекина, а еще вопрос конкуренции. Брюссель недоволен масштабами китайского экспорта в Старый Свет. Нашей общей целью является продолжение наших отношений. Нет никакой логики в обособлении от Китая. Это лишь желание сохранить нашу национальную безопасность. Так же, как вы делаете это для своей собственной. Это стремление к взаимному уважению и пониманию, а также желание продолжать открытую торговлю, обеспечивая ее справедливые условия. Будь то тарифы, господдержка или доступ к рынкам. Пекин наводнил Европу дешевыми электромобилями. Беспокоятся в Брюсселе. Правительство КНР субсидирует их производство, за счет чего стоимость машин куда ниже, чем у западных производителей. Впрочем, у Венгрии, куда совсем скоро отправится Си Цзиньпин, другой подход. Будапешт создает условия для китайских брендов, и они открывают заводы в стране. Я не понимаю, о чем они говорят в Брюсселе. Вероятно, они не имеют представления о том, как в реальной жизни происходит переход к использованию электромобилей, важнейшему процессу мировой экономики. Если китайская компания размещается в Венгрии и производит здесь продукцию, то с этого момента ей не грозят никакие пошлины, поскольку она работает на территории Европы. Сегодня же председатель КНР в соседней с Венгрией Сербии. Страна хоть и ставит цель стать частью Евросоюза, весьма тесно при этом сотрудничает с Пекином, а еще с Москвой. И Будапешт, и Белград приветствуют восточные инвестиции и охотно берут в долг у Китая на инфраструктурные объекты. Так что после Франции маршрут Си Цзиньпина – своеобразный сигнал и для ЕС, и для Вашингтона. Андрей Ижов и Артем Прокопьев, RTVI. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 мая отправится в Россию, где встретится с Владимиром Путиным и примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. При этом военный парад 9 мая на Красной площади политик пропустит, назвав ежегодное участие в праздничных мероприятиях в Москве странным. Все эти заявления армянский лидер сделал на сегодняшней пресс-конференции. За темой внимательно следил корреспондент RTVI в Ереване Артур Хачатурян. Он сейчас с нами на прямой связи. Артур, привет. Вот почему все-таки Пашинян решил созвать очередную пресс-конференцию именно сейчас? Дмитрий, добрый вечер. Пресс-конференция Никола Пашиняна проходит на фоне довольно неспокойной внутриполитической ситуации в Армении и процесса делимитации, демаркации границы с Азербайджаном, то есть определения линий, по которой проходит граница между двумя странами, точнее небольшого участка на севере в Тавушской области. Когда стало известно о том, что есть договоренность между Ереваном и Баку провести делимитацию и демаркацию в этих местах, близ населенных пунктов, где этот процесс сейчас проходит, начались акции протеста. В них принимали участие как местные жители, так и различные политические деятели, активисты, которые поехали туда из Еревана, и все это со временем вылилось в целое движение. И вот участники этого движения решили, что вопрос на месте не решается, что нужно двигаться в сторону Еревана, и шествием они сейчас направляются в армянскую столицу. Скорее всего, 9 мая они
доберутся до Еревана, где ожидается большая акция протеста. И вот на фоне этого Никол Пашинян созвал журналистов, отвечал на вопросы журналистов, разумеется, комментировал в первую очередь вопросы демаркации, делимитации границы, армяно-азербайджанские отношения. Во-первых, он сообщил, что 90% работ, которые предстоит сделать, уже завершены, а остался не совсем небольшой участок. Во-вторых, Никол Пашинян снова повторил, что именно демаркация и делимитация лучший способ избежать войны, что если Армения сейчас откажется определять границу с Азербайджаном, то Баку решат начать новую войну. Я предлагаю послушать Никола Пашиняна. Требование духовенства прекратить процесс делимитации, то есть создание гарантий безопасности и процесса установления суверенитета Армении, приведет к войне. Внешние силы, которые выступают против делимитации, сделают все для оккупации новых территорий. И они используют это для политических изменений в нашей стране. А если не будут проведены демократические выборы, то установится марионеточный режим, и впоследствии де-факто и де-юре произойдет упразднение Армении. Я добавлю, что Никол Пашинян, его команда представляют процесс делимитации, демаркации, а точнее принципы, по которым сейчас проводится этот процесс, как положительное явление для Армении, которое гарантирует безопасность и целостность страны. Однако по итогам этого процесса Армения потеряет очередные территории. Дмитрий? Артур, премьер Армении также прокомментировал известное заявление 2020 года. Означают ли слова Пашиняна, что Ереван отказывается от трехсторонних заявления? Ты знаешь, конкретные формулировки Пашиняна мы послушаем чуть позже. Я отмечу, что лидер Армении, члены его команды, глава МИД не раз высказывались про трехстороннее заявление, отмечали, что пункты этого заявления не работают. Все это началось с 2021 года, но никогда официально Ереван официально, по сути, не отказывался от трехстороннего заявления. Была большая критика, были конкретные высказывания, но не было четких формулировок. Вот сегодня Никол Пашинян фактически официально заявил, что трехстороннего заявления больше не существует, потому что ни один пункт этого документа не работает. Я напомню, что соглашение от 9 ноября 2020 года положило конец 44-дневной войне в Нагорном Карабахе. Этот документ был подписан при участии лидеров Армении, Азербайджана и России. Именно Москва должна была быть гарантом выполнения всех пунктов этого соглашения. Они касались как Лачинского коридора, так и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха. А сейчас давайте послушаем конкретное заявление и конкретные формулировки Никола Пашиняна. Ни один из пунктов трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года по Нагорному Карабаху больше не действует. Пункт 9 соглашения вызывает некоторое недопонимание. Делаются попытки создать впечатление, что он касается создания связи между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой. Нет, речь не об этом. Девятый пункт заявления касается разблокирования региональных экономических связей. Мне остается добавить, что этот документ остается актуальным для Москвы. В Кремле часто говорят о том, что нужно вернуться к выполнению пунктов 9-го заявления, соглашения от 9 ноября, хотя, ну, к примеру, армянского населения в Нагорном Карабахе больше нет. Дмитрий? Да, тем более, что Пашинян завтра должен прилететь в Москву. Будут ли стороны обсуждать эту тему? Знаешь, сложно сказать, будут ли Пашинян и Путин говорить про трехстороннее заявление. То, что они обсудят армяно-азербайджанские отношения, это точно, но в условиях, когда официально Ереван уже отказывается и открыто про это говорит, что трехстороннего заявления больше не существует, можно предположить, что все-таки Ереван, по крайней мере, не заинтересован в том, чтобы обсуждать эту тему. Вместе с тем, у Никола Пашиняна будет довольно сложная поездка в Москву.
потому что армяно-российские отношения в последнее время переживают не самые лучшие времена, и про это Пашинян сегодня также говорил. В целом отмечу, что Ереван не принимает участие в организации договора о коллективной безопасности и фактически находится на грани выхода из этой организации. Есть очень серьезная проблема именно между Ереваном и Москвой. Отсюда звучит довольно серьезная критика в адрес России, в адрес всего того, что случилось на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе, и без участия, неучастия российской стороны, российских миротворцев в этих процессах. Но Никол Пашинян сегодня довольно дипломатично говорил в канун поездки в Москву про Россию, использовал довольно осторожные формулировки, сказал, что нужно решать проблемы, которые существуют. Давайте послушаем Пашиняна. Повестка с Россией очень разнообразна, и вы знаете, что в этот период набралось много вопросов, часть из них уже поднималась. И мы делали это для того, чтобы убрать негативные моменты из отношений наших двух дружественных стран. Ну и в конце ложка дегтя в бочке меда. Пашинян также прокомментировал вопрос российских телеканалов, которые транслируются в Армении, сказав, что если они и дальше будут нарушать законодательство Армении, если они дальше будут высказываться в негативном, в оскорбительном ключе по поводу Армении, то и трансляция этих каналов может быть прекращена. Дмитрий? Артур, спасибо. Корреспондент RTV Артур Хачатурян был на прямой связи со студией. Индийский премьер Нарендра Моди посетил уже 5 южных штатов в рамках избирательной кампании. Именно юг страны считается наиболее оппозиционно настроенным к партии власти Бхаратия Джаната. Несмотря на это, она собирается укрепить свои позиции в парламенте и выдвинуть Моди на 3-й срок. Подробности у моего коллеги Арсения Молчанова. Избирательная кампания в Индии на своем пике. Крупнейшие выборы в мире начались 19 апреля и закончатся 1 июня. Действующий премьер-министр Нарендра Моди у власти уже 10 лет и, вероятно, останется на высшем посту еще на 5. Его партия с националистическим уклоном Бхаратия Джаната рассчитывает не только сохранить большинство в парламенте, но и укрепить позиции. Вместо нынешних 303 мест из 543 занять 370. Люди были полны восхищения, когда лично увидели нашего уважаемого премьер-министра. И мы определенно растем, и символ партии «Лотос» расцветет в том числе и в Южной Индии. Партии Моди противостоит широкий альянс оппозиционных сил, и он весьма популярен на юге страны. Там избиратели хотят больше свободы и прогресса. В 5 южных штатах живет 20% населения, которые создают треть ВВП. Это сердце науки и технологий. А кроме, там разнообразный этнический состав. Среди южного электората популярна партия «Индийский национальный конгресс». Она руководила страной большую часть времени с момента независимости, однако в 2014 году сокрушительно проиграла. С другими оппозиционными партиями коалиция получила аббревиатуру, как и название страны – Индия. Они строят свою кампанию на лозунгах спасения демократии. Граждане посеяли семена самоуважения, рациональности и федерализма. Вот почему очень-очень сложно. Я ручаюсь, что действующая партия Бхаратия Джаната никогда не сможет покорить Южные Штаты. Критики Моди упрекают его в авторитаризме и разжигании религиозной вражды. Правозащитники утверждают, что за прошлое десятилетие насилие в отношении мусульманского меньшинства резко выросло. В Северной Индии, например, противопоставление индуистской религии и мусульманской, скорее всего, сработает. Но в Южной Индии большой разрыв между хинди и нехинди. И этот барьер нужно преодолевать. Так что если у вас есть представление о некой единой культурной цивилизации, говорящей только на хинди, то на юге это будет для политиков проблемой. Сам 73-летний Моди ставит себе в заслугу экономические успехи. Индия, благодаря росту населения, образования и крупных инвестиций, бросила вызов соседнему Китаю. Западный капитал здесь чувствует себя комфортнее на фоне напряженности Пекина с Вашингтоном. В этом году Моди совершил около 20 поездок в 5 южных штатов. Причем там он носил традиционную для региона белую шелковую одежду – дхоти. А его сторонники организовали в это время обширную сеть колл-центров, которые обзванивают по 4-5 миллионов избирателей каждый день.
Партия власти, надо отдать ей должное, имеет основную избирательную базу на территории Индогангской равнины. И эти политики должны быть верны своему электорату, чтобы представлять его интересы в парламенте. А избиратель на юге Индии инстинктивно думает: «Ой, знаете ли, этот депутат представляет других, поэтому он точно не за меня». Юг Индии менее религиозен, чем север. Здесь больше чувствителен вопрос языка. Нарендра Моди успокаивает скептиков, говоря: «Тамильский язык – наша гордость, поэтому навязывать хинди по всей стране будущее правительство не собирается». В общей сложности в крупнейшей по населению стране мира проголосует 1 миллиард человек, а результаты объявят 4 июня. Арсений Молчанов, Никита Токарев, RTVI. Выборы в Индии обсудим прямо сейчас. К нашему эфиру присоединяется кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Илья Спектор. Илья, добрый вечер. Здравствуйте. Ну да, говорят про эти самые выборы в Индии, они подходят к своеобразному экватору, и складывается впечатление, что позиции у Нарендры Моди и его партии сильны как никогда. Так ли это, на ваш взгляд? Ну, согласно данным последних опросов, мы видим, что партия Нарендры Моди, если не произойдет какого-то чуда, она сохранит абсолютное большинство в парламенте, скорее всего, даже увеличит свое представительство. И, в принципе, можно сказать, что дела у оппозиции идут достаточно плохо, и шансов как-то потеснить Бхартия Джанта партии на этих выборах у них становится все меньше и меньше. Может произойти, конечно, любое чудо за следующие недели, но вероятность минимальна. То есть, на ваш взгляд, вот эта тактика оппозиции, где они обвиняют Моди в авторитаризме и других вот страшных грехах, недостаточно, чтобы свалить его, скажем так, с трона? Это дежурные обвинения, которые достаточно часто звучат в индийской политике. Когда Моди был, когда Бхартия Джанта партия была в оппозиции, те же обвинения звучали в сторону Конгресса. Но дело в том, что сейчас Конгресс находится в системном кризисе и, очевидно, не способен на равных противостоять БДП, партии Нарендры Моди. И даже вот эта вот большая коалиция, которая оппозиционными партиями, то есть Конгрессом, левыми силами, региональными политическими силами была сформирована перед выборами, коалиция Индия, она, очевидно, не способна выполнить эти функции тоже. Конечно, есть весьма серьезные скандалы, которые эти выборы сопровождают, и это прежде всего арест главы правительства города Дели Арвинда Кеджривала, лидера одной из весьма перспективных оппозиционных партий, партии простых людей. Кеджривал сейчас руководит избирательной кампанией и городом из тюрьмы. И это, конечно, воспринимается как большой удар по оппозиции, в том числе это воспринимается и как политически обоснованное дело, политические репрессии в преддверии выборов. Да, при этом говоря про подтексты, вот националистический подтекст как раз Нарендры Моди занимает у него чуть ли не главное место в кампании. Он прямым текстом говорит, что мусульманское большинство угрожает индуистскому большинству. Такое вот продвижение действительно может принести ему победу. Что об этом, как вы считаете, думают сами индийцы? Нарендра Моди начинал свою карьеру как политик, нацеленный на защиту, на то, что он называет защитой индусского большинства. И, конечно, БДП всегда воспринималась как партия, прежде всего, индусская, и не слишком хорошо настроенная по отношению к религиозным меньшинствам. В какой-то момент партии пришлось принимать более респектабельный вид. Формально в рядах БДП есть мусульмане, есть даже достаточно видимая часть мусульманских избирателей, прежде всего шиитов, которые за партию голосуют. Но действительно во многих регионах, особенно во многих регионах севера, конфликты между
индусским большинством и мусульманским меньшинством происходит регулярно. И многие активисты БДП находятся не в стороне от происходящего. И ряд шагов, которые партия Нарендра Моди предприняла в последние годы, то есть, например, открытие храма Рама в Айодхе, это воспринимается как вызов по отношению к мусульманскому меньшинству. Да, Илья, спасибо большое за ваши ответы. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник стран Азии и Африки МГУ Илья Спектор был в прямом эфире RTVI. В Бразилии растет число жертв наводнения на юге страны. По последним данным, в штате Рио-Гранди-ду-Сул, который находится рядом с Аргентиной и Уругваем, погибли по меньшей мере 90 человек, еще 134 пропали без вести. В зоне бедствия остаются 385 муниципалитетов. Свои дома были вынуждены покинуть 850 тысяч человек. Губернатор штата заявил, что территориям потребуются финансовые вливания, сопоставимые по масштабу с планом Маршалла для после военной Европы. Дожди продолжаются уже больше недели. Уровень воды в реке Гуайба, которая протекает через столицу штата, достиг исторического максимума. 3/4 населения региона остаются без доступа к питьевой воде. Пулитцерский совет объявил лауреатов премии за журналистские работы, выпущенные в 2023 году. Среди награжденных – российский политик Владимир Карамурза. Свои заметки он писал в тюрьме. 7 колонок были опубликованы в «Вашингтон-Пост». Жюри Пулитцерской премии отметило тот факт, что статьи о последствиях инакомыслия в России и демократическом будущем для страны были созданы в заключении и с большим личным риском для автора. Владимир Карамурза приговорен к 25 годам тюрьмы за распространение фейков об армии, сотрудничество с нежелательной организацией и госизмену. Также российские власти считают его иностранным агентом. Уже в колонии строгого режима он получил премии Вацлава Гавела в области прав человека, фонда Акселя Шпрингера и неправительственной организации UN Watch. В Нью-Йорке прошло главное фэшн-мероприятие года. Модная выставка в Метрополитен-музее открылась традиционным благотворительным балом. Сотни именитых гостей, десятки каратов на шеях и сказочный дресс-код. Самые интересные детали последнего Мэтт-гала в материале Лизы Паршиной. Джордан Рот в роли Клумбы, цветущая Ники Минаж и Деми Мур в пионах. Ковровая дорожка у Метрополитен-музея в Нью-Йорке накануне скорее напоминала цветник. Оно и неудивительно. Тема нынешнего Мэтт-гала – сад времени. И все же были и те, кто решил не считывать посыл буквально и скорее зацепиться за концепцию времени. Вот, например, певица Дуа Липа в готичном корсете с элементами деконструкции. Как будто говорит «ничто не вечно, кроме природы». А платье для начинающей исполнительницы Тайлы модный дом Бальман и вовсе создал из настоящих песчинок. Дизайнер Оливье Рустен рассказал мне, что платье должно было напоминать зыбучие пески. Он хотел создать произведение искусства, которое могло бы храниться в музее. И знаете, думаю, это платье вполне могло бы стать частью подобной выставки. Оно выглядело потрясающе, и это действительно интересная интерпретация темы «Пески времени». Платье вышло эффектным и крайне хрупким. Певица даже не могла самостоятельно подняться по лестнице. Куда более носибельный наряд все тот же Оливье Рустен сконструировал для актрисы Эль Фаннинг. Он словно бы соткан из потоков воды. Помимо мифических русалок и лесных нимф, на дорожке можно было встретить ожившую статую в лице Доджи Кэт и даже демонических существ. Я думаю, бренд McQueen идеален для этого случая, потому что я как будто бы мать природа, которая просит, чтобы ее признали. Вот почему здесь только одна роза, потому что акцент сделан на корнях, которые требуют признания и уважения. Так что да, платье идеально, оно очень архитектурное и четкое по своему замыслу. Образ певицы Ланы Дель Рей, как считается, вдохновлен культовым показом Александра Маккуина 2006 года «Вдовы Каллодена». По-новому же его прочитал нынешний креативный директор бренда Шон Магир и, по мнению многих критиков, сделал это не слишком удачно, особенно по сравнению с оригиналом.
В новом старом платье предстала и актриса Зендея. Вот только за пошив ее наряда отвечал дизайнер Джон Гальяно, и переосмысливал он собственную коллекцию 99-го года. Это такой фантазийный, но в то же время уникальный и модный образ. Его архитектура – это то, что Джон Гальяно делает для Маржела. Вы видели ту же историю с корсетом Ким Кардашьян, те же структурированные формы и четко выделенная талия. К слову, младшая сестра Ким Кардашьяна, Кендалл Дженнер, была среди тех, кто решил обратиться к архивам. На модный бал модель пришла в платье Живанши 99-го года, которое до этого надевала разве что актриса Вайнона Райдер, и то на фотосъемке. Но вернемся ненадолго к Зендее. В этом году актриса была сопредседателем Мэтт-гала и представила сразу два образа. Дорожку она закрыла в кутюрном платье от Живанши 96-го года. Вместе с Зендеей почетную роль, кстати, разделил актер Крис Хемсворт, но он обошелся без излишек, придя в красивом, хорошо сидящем костюме от Том Форд. Вечная классика и не только для Хемсворта. Я рад быть здесь, в Том Форде. Мужские наряды на красных дорожках, кстати, частенько критикуют за их банальность. Но на то и существует Мэтт-гала, чтобы экспериментировать. Актер Майк Файст, например, украсил пиджак огромной брошью в виде редиски, а его коллега Колман Доминго прихватил с собой букет лилий. Рэпер Lil Nas X вместо аксессуаров использовал ногти, а Эдди Редмейн с женой решили дать шанс молодым талантам. Мы одеты в костюмы от молодого британского дизайнера по имени Стив О. Смит. Он необыкновенный, у него пока есть лишь пара коллекций. Он рисует, а затем как бы наносит краску на ткань, и он великолепен. И все же стоит признать, что большая часть именитых гостей отдали предпочтение творениям старых модных домов. И неспроста. В этом году в Метрополитен-музее открылась выставка Института костюма «Спящие красавицы. Возрождение моды», посвященная исследованию предметов, слишком хрупких, чтобы их можно было вновь надеть на себя. Речь идет о том, чтобы воскресить костюмы из нашей коллекции с помощью органов чувств. Вы можете чувствовать запах одежды, вы можете ее послушать. Вы только не можете к ней прикоснуться. Именно к открытию выставки и приурочен бал. И именно туда, в залы музея, гости направились после ковровой дорожки. Что же происходит за закрытыми дверьми Метрополитена в этот день, всегда остается загадкой. Звезд просят не пользоваться мобильными, а программу вечера до последнего держат в секрете. Никогда не знаешь, кто будет выступать. Например, прямо сейчас я не знаю, кто будет выступать сегодня. Я уже был на Мэтте однажды, и в зал вдруг вошли монахи. И такие типа... Я думаю, что происходит, как вдруг монах в середине снимает капюшон, и это Мадонна. И она такая... Это было невероятно. В этом году на сцене сияла певица Ариана Гранде. А для общего доступа модная выставка в музее Метрополитен откроется уже в эту пятницу, 10 мая. Лиза Паршина, Артем Прокопьев, RTVI. Вы смотрели «Большой Ньюсток». Не забывайте подписываться на YouTube-канал RTVI Новости, а также на телеграм-канал RTVI. Этот выпуск провел Дмитрий Лобанов. До встречи.